вниманию жителей Самары. Самарская областная организация Союза журналистов России и администрация городского округа Самара проводят 8-й городской открытый конкурс фотографии «Самарский взгляд 2016». Приглашаем самарцев принять участие в конкурсе. Фотоконкурс проводится по номинациям: события, город, который любит футбол, люди и повседневная жизнь, природа, другая реальность, коммерческая фотография, спорт. Фотографии и заявки принимаются до 22 февраля 2017 года. По итогам конкурса присуждаются две главные премии: за лучшую пресс-фотографию и лучшую художественную фотографию. Впервые будет вручен специальный приз «Настроение города» от администрации городского округа Самара. Подробную информацию об условиях проведения конкурса можно найти на сайте областного союза журналистов и на сайте Союза фотохудожников России. Телефоны для справок 332-68-39 и 270-43-36.